Привет, и мы продолжаем прохождение Saboteur. Сегодня мы выделим серийку под доп. Задания, которые вот эти вот серенькие, не желтенькие. Поэтому начнем мы с Лавелет. И здесь у нас чувачок под именем Ле Кроше. Мы виделись раньше, верно? В ту ночь, когда мы освободили легионеров из немецкого трюма. Да, я был там. Я был капитаном в иностранном легионе. Назаменком Ле Кроше. Дихук. Видишь, почему? Мою руку отрубил немецкий генерал и скормил своей собаке. Вот урод. Ты все еще жив и свободен. Да, благодаря тебе. Некоторым из моих парней не так повезло. Этот чертов немец должен за многое ответить. Понимаю, о чем. Немцы уже здесь, в Париже. Я слышал, он без ума от служительниц улиц Красных Фонарей. Улицы По Красных ночам Фонарей. Он ходит по аллеям со своими телохранителями и утоляет свой зверский аппетит. Девчонки боятся аппетит. Его. Мы не можем допустить такого извращенства в нашем прекрасном городе. Я об этом позабочусь. Я хочу, чтобы он знал, за что умрет. Он должен услышать мое имя, прежде чем издаст последний вздох. Да ядрить колотить. Че за приколы тут начались? В общем, почитал я ваши комментарии по поводу, опять, все-таки вам не нравится мое вооружение, но... мне, в принципе, мне нормально снайперка с оптикой, и я какой-нибудь автоматика там мне хватит за глаза. И по поводу Томпсона, то, что он со временем появится с новыми поступлениями, поэтому я его, в принципе, брать, наверное, все-таки не буду. Я все-таки останусь при моем вооружении, тем более я тут немножечко, совсем чуть-чуть побегал, пофармил и заработал вот эту вот снайперку. Поэтому, как бы... Я останусь при ней и потом, надеюсь, доберусь до пулемета роты террора. Так, а где-то здесь должна быть какая-то точка. В общем, ладно, не суть важно. Берем тачку и отправляемся до района Красных Фонарей. Девчонки, я еду к вам. Так, домино мертвый. Так, давай мы, наверное, оставим... Вот, давай возьмем выбор. Что это у нас за транспортник? Фу, а чё он такой красный? А, на этой же машине мы вроде со Скайлор гоняли. Ладно, да, я еще тут немножко машин пособирал гражданских, чтобы открыть новый транспорт. Прям совсем минимум. Тут чуть-чуть повзрывал, повыполнял цели открытого мира, так сказать. Поэтому... Вот правда здесь еще не прошелся, но я думаю пройдусь еще попозже. И, кстати, открыл небольшой секрет, как пофармить. Найти этого ублюдка будет легко. Я хорошо знаю территорию. Доставить сообщение Говеру. Я достану. Так, а там же сейчас хрен залезешь. Да не залезешь, ты чё, смотри. Жмых. Мы сейчас, короче, залазим. Делаем небольшой бабах. Давай, залезай. Люди из воздуха появляются, ни хрена себе. До чего эта техника дошла? Да в смысле, ты же дотянулся, алё. О, да ладно, серьезно. Да. О. Давай. Такие вот маневры исполняем, смотри. Короче, залазим сначала вот сюда. Я сказал, залазим вот сюда. Клеим какаху. И десантируемся немножко вниз. Вниз. И еще раз вниз. Так. Все чертовски здорово. Ставим какаху. Бум. А что будет, если я вот возьму и сделаю вот так? Меня спалят, я понял. Да слезь ты уже, ядрить, колотить. А,
Понятно, надо сначала к нему, надо сначала всех перебить и только потом уже его убивать. Ааа, чё так? Ты мне письмо принес? Ну ладно, как бы. Не очень-то и хотелось мне твое письмо читать. Но оно. Первый, блин, комом. Не проблема вообще. Поехали. Так, достать сообщение Гуверу. Блин, на самом деле, мне бы тут бы не помешало бы иметь маскировку. Но я что-то как-то я попёрся без маскировки. Ну ладно, в принципе, не суть. Принять там солдафонов. О! Кстати. Давай. Смотри, сейчас как сделаем красиво. Жмых. Ага. Ага. Крюк передает привет. Вас? Вивадас? Жмых. Вот и все. Я могу в него переодеться? А ладно, генерал гестапо. Так, ну-ка, ребята, честь отдали, разбежались, я тут генерал. Ну-ка, быстро рассосались отсюда. Ты охренел? Ты че, я генерал гестапо? Так, ладно. У нас здесь, я так понимаю, еще КЦР кого? Я так понимаю, это Ля Кроще? Угу. Тихо. Прошу прощения. Ты че? Честь отдал? Мудак. Не, ну конечно прикольно. Типа я генерал гестапо, все дела туда. Быстро мне честь отдал. Не отдал, все, получил по щам. Так, у нас там. Ага, он спиной. Ставчик. Слышь ты. Честь отдал. Огребаешь. Следующий. Эй, ты, честь отдал? Ну и болт с тобой. Так, короче, сначала я хочу залезть наверх, там кое-что раздолбать. Там, судя по всему, вышечка. Поехали. Я же, черт возьми, генерал. Ребят, это демонтажные работы, вы не шарите. Завтра будет многому. Так, ладно, демонтажные работы проведены успешно. Отлично. Так, где мой там этот тарантас? Так, ну-ка давай меня не, там не пали. Красавчик, все, молодец. Так, окей, поехали. А что у нас здесь ближе всего? Наверное, Кроше? Или не Кроше, ну ладно. Здесь два этих агента гестапо, ну и хрен с ними. Блин, немножко обидно сделал. На-на. Извините, не хотел. На самом деле, немножко... Как бы правильно это сказать? Не, я, конечно, понимаю, типа, контра маскировки. Но, блин, мне немножко не нравится то, как оно здесь сделано. То бишь, они просто, допустим, стоят и... Типа, как собаки какие-то там это... Стоят такие, вынюхивают. А-а-а! Чё-то подозрительный. Блин, зря. Я круг сделал. Ладно, пофигу. Чё-то от вот этого пса пахнет подозрительно. Это, походу, не наш генерал. И в конечном итоге они правду говорят, что это, типа, замаскированный мудак. Убить его. Найти, догнать, убить. Всё. Но это как-то непонятно. Так, у нас здесь D. D-E. Судя по... Зачем ты вышел из машины-то? Ну ладно, задавил женщину.
В Бель у нас здесь есть еще задание какое-то, да? Ищи контрабанду в ящиках, помеченным каким-то там знаком. Вот, отец, Деннис. Здравствуй, падре. Не думал, что встречу священника в таком месте. Бывшего священника. В смысле? Я отец Деннис. По крайней мере, был им. А что случилось? Меня лишили сана за то, что я читал проповеди о беззакониях фашизма. Церковь предпочитает держаться в стороне, но я просто не мог закрыть глаза на то зло, которому стал свидетелем. Честью, падре. Награда вас ждет на небесах, и неважно, как вы там появитесь, в рясе или нет, могу как-то помочь. Возможно. Я уже не священник, но люди все еще приходят ко мне исповедоваться. Один из этих людей — информатор гестапо. Его обвинения бросили сотни людей на растерзание нацистам. Это кошмар. И этот сукин сын до сих пор приходит на службу? Он приходит ко мне каждую неделю, чтобы замолить свои грехи. Больше прощения у меня для него не осталось. Где я могу найти этого ублюдка? Я буду проводить службу у моей бывшей церкви. На крыше есть отличное место, с которой тебе будет видно всю паству. О-о-о. Когда он подойдет ко мне за благословением, я подам вам знак. Принято. Что вы хотите, чтобы я сделал? Разве непонятно, сын мой? Во имя всего святого, снеси его чертову башку. Ну, ладно. Так, история отца Дениса. Непрощенные грехи. Ну, это как-то очень... Ну, как бы... Кем бы ты там не был, там это святой отец, там не знаю, что там еще есть, падре и прочее, пятое, десятое, вот это лабуда, ну как по мне, это по-моему считается, то что он как ни крути, но священник. А тут на тебе, пожалуйста. Приходит священник такой, слушай, тут есть один мудак, благодаря которому умирает много людей. Мочкани его, пока я буду проводить службу. И как бы, ну, это можно сказать, можно посчитать, что... Он нанял меня его хлопнуть. Подозрительно. Так, поехали. Так. Достаем ствол. Ага. Мне... Чувак, честь отдай. И пшел нах. Вот это я понимаю, блин. Не ствол, а дубина, блин, прям. Так. Блин, немножко вот и ощущение такое складывается, пока я вот бегаю по этой церкви. Как будто я вот, будто вот недавно по ней уже бегал и выполнял это задание. Так. Где-то здесь, да? Так. Где он будет проводить? Ага. Генерал. Я так-то нормально выгляжу, слушай. Да зачем мне поменять карабин с оптикой? А если... А, ну да, тут же подписано. По shift. А я тут что-то как-то тупил. И живущим додарует он прощение. А тем, кто оставил нас, пристанище света и покоя. И кого мне надо завалить? Ну-ка. И живущим додарует он прощение. А тем, кто оставил нас, пристанище света и покоя. Слушай, священник, а тебя вот этот и вот этот персонаж не напрягают? Да, блин.
И вот этот персонаж. Или это типа как охранка? И да покаятся грешники, живущие среди нас. Или предстанут перед карающим мечом мести его. Hope he's reading you your last rites, fucker. Покойся с миром, ублюдок. Топчик. Не особо напрягаясь, просто прибил его. А я-то думал, какой будет сигнал. Я еще думал, будет ли метка. А метка есть. Так, тут, кстати, что-то вот какая-то белая точечка есть. Вот такая вот интересная. То ли, даже их две. Так, давай-ка их быстренько заценим. Может быть, это что-то полезное. Блин, а как я спускаться-то потом буду? Так. Что-то... Ну, залезь. Это что, закос под Assassin's Creed, что ли? Что так? Красивая местность. Ни хрена себе. Так. Фу на тебя! Ух. Взял такой, плюнул в него. Ладно, у нас еще есть парочку. Опа. Еще денег дадут. Нормально, давай. Денежки. Я люблю денежки. Кто их не любит? Ну да. Да, отлично. Короче, понятно, здесь... скажем так, небольшой закос под Assassin's Creed. И по синхронизации все дела. Так. Отлично. Ну давай. Можно типа вниз-то спустить? Че? Ну, перепрыгни. Давай перепрыгни. Ага. Угу. Топчик. Теперь. Ну, перво-наперво. Бум. И бум. И бежим отсюда, да? Бум. Бум. Я уже думал, фитиль погас. Отлично. Так, с этим мы разобрались. А там, походу, еще где-то можно было зону осмотреть, да? Ну, наверное. И бабах. А, кстати, вы заметили то, что когда мы входим в черно-белую зону, чуть ли не постоянно идет дождь? Давай. Ладно, здесь, видимо, не перепрыгнуть. На. Ладно. Короче, давай, оп. Давай я доеду до следующего задания, и уже там встретимся. Так, ну что ж, доехали мы. Я там немножко бомбанул заправку. Ну и в принципе, да. Так, ты кто? Ля Кроше. Слышал, Гавер не будет больше кормить своих доберманов человеческими руками. Да, но, возможно, он сам стал собачьим кормом. А ты жестокий человек, Девлин. Ну так. Времена тяжелые. Да уж. Особенно для тех из нас, кому есть куда возвращаться. Как те, что были в Северной Африке. Французская армия встала на сторону нацистов. Не все. Кое-кто из нас отказался сдаваться. Сейчас французские партизаны сражаются в пустыне. Но долго им не продержаться. Это имеет отношение ко мне? Ливийский посол прибыл в Париж, чтобы заключить договор с немецкими властями. Если ему это удастся, мои люди в Северной Африке будут обречены.
Хочешь, прерву это путешествие? Ничто так не портит дипломатические отношения, как убитый посол. Разберусь. Посол встретится с немецкими чиновниками у площади Вагезов. Охрана на земле будет на высшем уровне, но на крыше ты сможешь найти выгодную позицию. Ну, я спец по крышам. Здесь понадобится дальнобольная артиллерия. Я все подготовил. Ты встретишься с одним из моих друзей у заброшенной химической фабрики рядом с целью. У него будут особые подарки для тебя. Ой. Жду не дождусь. Чао. Ой, эти ваши особые подарки, они обычно самые такие... Ребят, ну серьезно, ну почему нету, типа, сказать: слушай, Краше, у меня снайперская винтовка роты террора. Что еще тебе дальнобойнее надо, вот скажи мне, пожалуйста. Ну, как бы, камон, ну, серьезно. Что еще может быть дальнобойнее, нежели снайперская винтовка роты террора? Мне вот дико интересно. Ладно, не суть важно. Задание есть, задание получено, едем выполнять задание. Так. А, чё? А, значит, тут все такие же водители, как и я, да? Ну да. Вот о чем я, кстати, говорил. То, что входим в черно-белую зону, и получается дождь начинается. А пока мы в цветной зоне, получается, дождя нету. Или мне кажется. Ну ладно, посмотрим. Так. Привет. Крюк сказал, у тебя для меня что-то есть. Она там. Моя разработка. Опасная, как скорпион. Жало ее может остановить сердце на расстоянии 500 метров. Прямо как моя бывшая. Этот посол параноик. Ну да. Говорят, он путешествует с двойником. Что? В смысле с двойником? Да, может больше, чем один. На настоящем поле боя будет красная нарукавная повязка. Подарок самого фюрера. Точно. Я убью всех, чтобы перестраховаться. У тебя просто карабин с говнооптикой. Ну ладно. Ну тут, кстати, в этой черно-белой зоне почему-то дождя нету. Иди на площадь Вогезов. Кстати, пока мы здесь, давай это. Там ящичек я просто заметил. Давай мы его это. Ну, не, так просто. Чуть-чуть поломаем. Получим немножечко денежек. Целых 745 у нас теперь есть. Это хорошо. На дальнейшие бонусы нам пригодится. Ну, раз уж мне по пути, собственно, почему бы и нет? Нет. А, подожди, мне с какой стороны это лучше здесь бомбануть там? Не, ну мне просто все равно по пути, почему бы не бомбануть? Ну и серьезно. Че, два имбецила. Ну, топ-то это типа, ну, заправку, как бы, ну, как бы, да. Кладбище. Ну, ребят, вам жопа. Топливный склад. Ой, что-то как-то дешево, блин, по 50 за топ. Ну, чувак, ну... В общем, я думаю, мы уже почти... Да, мы уже приехали даже, я думал это. Скип... Опа, кстати, стопы. Так, ребят, бибип, бибип. Бибип, я сказал, бибип. Так, стоп. Бум. Ну и 20 за вот это. Ага. Так, короче, мне надо искать дебила с красной повязкой, я понял. Так, ну, во-первых, чтобы начать мне его искать, мне надо залезть наверх. А чтобы залезть мне наверх, мне надо залезть наверх. Угу.
идиот карабкается по крыше. Или чё? Ну подумаешь, я идиот, который карабкается по крыше. Хочу и карабкаюсь, вот, вот тебе не пофигу. А ты чё не запрыгнешь-то? Шон! Шон! А, ну... Типичный я. Здесь есть лестница, по которой можно спокойненько было залезть на крышу. И я попёрся по вот такой методике. Нормально, да? Классно. Так, во-первых, надо вот этого пацика срезать. Потому что он меня бесит. Что это за чертовщина? А эти ублюдки ничего так. Давай три. Да там внизу чертово сборище. И где я окажусь? Убить послов? Да я уже унес ноги-то. Че? Туру-туру-туру-туру-туру-туру. Туру-туру-туру-туру. Ну, как бы... Пак. Даблшот, ё-моё. Так. Почему я отлить не могу сходить? Может, я пасать хочу? Ты смотри, какой мясистый. По-моему, у меня кран. Осмелюсь доложить, у меня хп мало. Короче, понятно, почему здесь задание унести ноги от нацистов. От пацанов, короче, не хорошего характера. О, привет. Пока. От покеда, мужики. Я это... Как бы прощаюсь с вами. Вот и все. Изи, ё-моё, изи. Так, окей. И еще времечко, давайте, пожалуй, на одну. Еще на одну миссию у нас хватит, поэтому поехали к Д. К отцу Деннису, в общем. Ну и уже встретимся непосредственно у отца Денниса. Ну или кто там будет, я даже не знаю. Погнали. Короче, я прибежал к Деннису. Спасибо за вкусняшки. Поговорим. Убив того информатора, вы спасли много жизней, Шон. Мои люди признательны тебе за помощь. Человек, который хочет продать своих соседей гестапо, заслуживает дырку в голове. Год назад я, возможно, не согласился бы с вами. Но мои старые глаза видели слишком много. Что теперь, святой отец? Я говорил с офицером гестапо, который завербовал убитого вами парня. Что? Зачем? Я сказал, что располагаю информацией о недоброжелателях, скрывающихся в моем приходе. Список имен и явок. Я предложил принести ему его в офис. Я думал, ты принесешь несколько другой подарок. Я не прав? Это правда. Слышал, вы зарабатывали на жизнь вождением? Да, и ремонтом точек тоже. Точек. Мне нужен рулевой. Кто-то, кто знает эти улицы и в случае чего не побоится сыграть с нацистами по их правилам. Вы пришли в нужное место, святой. Вы пришли по адресу, месье. Я в деле. Залезай в машину. Нам нужна машина. Ну. Чем быстрее, тем лучше. Ну. Вперед, сейчас достану какую-нибудь тачку. Ну так побежали, святой отец.
Отец, пойдем, у меня есть машина, подходящая для наших целей. Вот она, припаркованная уже стоит, называется Алтарь. Ладно, давай посидим, подождем, пока он прибежит. О, спустя минуту он добежал до меня, классно. Вот эту хочу машину. Переживаешь, что они тебя не пустят? Гестаповские офицеры меня недооценивают. Дугатти давай соберем. Старым спившимся священником, всё, на продающим секреты за деньги на выпивку. Ну как, даже, не может, совсем катаемся, мы сейчас заедем в одно место. Так или иначе, увидимся в аду. А вы еще тот, сукин сын, святой отец. Отдам тебе должное. Спасибо, сын мой. Мы сейчас закатим в одно место. Оставим там Дукатти. Дугатти. Короче, вот эту тачку надо по-любому добавить себе в гараж. Ну как бы, ну нельзя ее оставлять так. Ну, все равно я сейчас возьму алтарь. Здесь же есть гараж? Есть. Я сейчас просто, смотри. Что за говно здесь стоит? Чего оно все еще здесь стоит? Иди отсюда. Так. Добавлено? Да, взят новый автомобиль, Дугатти. Слушай, сэр. Пегас, не Пегас. Вот алтарь. Выбрать. Спасибо. Че это за красное говнище такое? Святой отец, поехали. Все. Да, конечно, можно было, наверное, вырезать в этот момент. То, что я тачку там, типа, ну. Да мне в лом. Шутка, конечно, но. Ну, как бы оно просто заняло мало времени. Прям вообще беспроблемно. Летим, летим. Просто летим. Быстренько просто забираем. В посольство сейчас привезем отца Дениса. Кстати, заодно машинку отремонтировал, чтобы она не бомбанула, пока мы это будем убегать после того, как святой отец там сделает свои дела. На нафиг. Страйк, ё-моё. Ребят, сорянчики, не хотел. Да блин, тут еще надо было топливную станцию бомбануть. Ну ладно, потом бомбану. Или бомбанем, не знаю, как получится. Так, подожди, а тут же примерно в этом... Или это что? Так, ребят, я вам тут привез батю. Ваше дело. Я здесь, чтобы передать твоему командиру список дезертиров. Пропой пару раз Аве Мария, священник. Выходи. Не, давай, знаешь как? Чтобы я это... Подожди меня здесь. Не займет время. Удачи, отец. И взад, и вперед одновременно. Что за черт? Держись, отец. Бум нафиг. Вот, я не понимаю, а вот скажите мне, пожалуйста. Зачем мне надо было видеть, как там бомбануло немножечко. И вместо этого я мог дать хороший старт, а вместо этого я дал говно старт. Как всегда. Ну, в общем, ладно, чё. Ливаем. Ливаем от... ментовки. Ливаем от господ месье полисменов. На нафиг. В полет нафиг. В полет навигатора. Но я все равно быстрее, так что... Блин, сейчас сквозь танк ехать. Да, мужик, успокойся, это ты все равно меня не убьешь, пока я в тачке. А, то бишь зря я сюда ехал вообще, да? Понимаю. Где его надо было высадить? Где-то далеко, да? Гарделест.
Кар-де-Лест. Это наш. В общем. Короче, если такой формат зайдет, как бы отдельные серии под доп-миссии, как бы по любасику оставляйте комментарии, жмакайте лукасы, я буду... Я, точнее, увижу, что вам действительно это интересно. Посмотрите на доп-миссии. А сюжетка у нас будет отдельно. Отдельно от всего. Ну и, естественно, мы во время, скажем так, вот этой вот доп-серии у нас будут, как бы, ну... Самые такие классные дела — это всякие чувствую, бахи, охи, пуки и прочее, пятое, десятое. Хочу, чтобы вы знали, я здесь ради вас. Хочешь исповедоваться? Спасибо, святой отец. Мою боль не нужно снимать. Этот огонь греет меня изнутри. До свидания, святой отец. Вот и денежки сверху, 200. 200 рубасов, нормально у нас есть. Ну, в общем, короче. Оставляйте свои комменты. Я обязательно их почитаю. Посмотрим, как вам зайдет такой формат и зайдет ли он вообще. Если зайдет, то, конечно же, будем его продолжать. Если же нет, то просто пробежимся быстренько по сюжетке и... Ну и все, в принципе, по сути, пройдемся по сюжетке. Ну а пока что, ребятки, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять свои комментарии, нажимать на колокольчик, выбирать все уведомления. Ну и до новых встреч в Саботеуре не только. Пока-пока.